Ученики средней школы номер 2 приняли участие в осеннем кроссе «Золотая осень». Дети бегали на разные дистанции в зависимости от возраста. Легкая атлетика хорошо помогает здоровью, это очень полезно. Всем советую участвовать в таких кроссах. Кросс помогает для других видов спорта, для баскетбола, для тенниса, например, для легкой атлетики. Нужно больше бегать, больше заниматься. Это полезно для здоровья, всем советую. Я занимаюсь видом спорта борьба. Кросс очень важен для спорта, для всех видов спорта. Поэтому советую всем заниматься кроссом и любым видом спорта. Легкоатлетические соревнования «Золотая осень» помогают детям физически укрепляться, а также повышают мотивацию к учебе. Василий Павлидик, Аламбек Мухамеджанов, Дархтан Мужибаев, Кокше Акпарат.